В селе Тепловка постоянно проживают почти 500 человек. Само селение было образовано помещиком Бестужевым в начале 19 века. Уже через 50 лет тут построили первую церковь Марии Магдалины. 100 лет назад храм, который располагается в центре села, закрыли, а позже здание забросили. 6 лет назад местный предприниматель Юрий Казаков поставил новый храм. В сентябре этого года то, что осталось от старой церкви, сгорело, и в центре осталось пепелище. Поклоняемся Владыко. Расчистка мест, где похоронены основатели села и когда-то была церковь, стала делом чести самих селян. Учитель физкультуры Тепловской школы Георг Саргсян первым забил тревогу. Собрал молодежь, очистил место, попросил сельского умельца Владимира Мельникова изготовить крест. И вот настало время осветить его. Спасибо всем жителям села Тепловки, поддержали нас и морально, и материально. Моя благодарность всем ребятам, которые принимали участие здесь. Вот как батюшка говорит, ну очень много народу, молодежь, все пришли, помогали, трудились. Это же просто здорово. Увы, говорит отец Иосиф, но старшее поколение, в отличие от молодежи, в Тепловке не так активно. Если на освящение креста и пришло много народу, то вот на периодические богослужения, которые проходят в местном храме, люди ходят только по праздникам. Знаете, что хочется надеяться? Что мероприятие, которое мы сегодня провели, станет для людей неким переломным моментом. Для того, чтобы обратился народ к Богу. Уже весной следующего года в планах селян благоустроить место вокруг креста. А в мечтах молодых православных активистов, чтобы все жители Тепловки присоединились к их благому начинанию. Дмитрий Гурин, Ян Восканян, Марина Кижаева, видеостудия Барышской епархии при содействии новостей Николаевского района специально для Улправда ТВ.